Всем привет! Всем привет зрителям канала Барс ТВ. Сегодня мы приехали в Брянск поиграть в пинбол. Пойдем мы в пинбольный клуб «Легион». Он находится недалеко от кургана. Сейчас мы находимся вот около фонтана на кургане. Вот покажи курган. Не видно. Ну ладно. Суть в том, что мы на кургане. И сейчас мы отправимся в гостиницу «Турист». Погнали! Прошли 200 метров, дошли до супермаркета «Вкусняша». «Вкусняша», дальше вот после «Вкусняши» вот этого налево. Супермаркета идем налево, и там где-то должен быть пинбольный площадка, варяга. Какой-то ветерок начался, мне это не нравится, потому что да, не так будет жарко, да, бегать. Так мы видим вывеску «Варяг», идем в правильном направлении. Гляньте, здесь какая возвышенность, прикольно, красиво очень. Открывается хороший вид, ребят. Как мы видим, находится вход в пинбольную зону. Пошли. Капец, сейчас жарко, сейчас уже все потные. Еще игра-то не началась. Переоделись. Димон все очкует, что будет больно. Ну да. Думаю, одевать ему броник или нет.
Ну что скажете по поводу пинбола? Мне все кли хорошо, все сидят на базе. Мы играли 3 на 2. Ну просто жарко, никто бегать не хочет. Я вот сам, как и все, мокрый. Запыхались, очень жарко. Но мы сейчас в тенике были, то хорошо. Кто сейчас выиграл? Мы. Ой, 2-1 мы втащили. Да. 2-1. А? Было сначала 1-1, сейчас... Да-да-да, сначала ничего. 2-1 получается. Наконец, мероприятие нам очень понравилось, поиграли в пинбол, повеселились, настроение очень хорошее. Вот Александр, руководитель пинбольного клуба. Эй, привет! Не, на самом деле, действительно, спасибо и вам, ребята, что посетили нас сегодня. Было круто, надеюсь, что вы каждые выходные заведете такую хорошую традицию. Спасибо большое Денису, который сегодня проводил это замечательное мероприятие. Еще проведем для нас игру? Обязательно, обязательно, дорогие друзья. Каждые выходные, каждое воскресенье собираемся, собираемся и собираемся. 16:00. 16:00 регистрация. Кто даже немножко задержится, подождем. Но в 16:00 мы начнем розыгрыш одного приятного сюрприза. Поэтому не опаздывайте, каждое воскресенье в 16:00. А где не сказали, а потому что все знают, пинбольный это где. Клуб «Легион», пинбольный клуб «Легион». Остановка гостиница «Турист». Спортпарк «Варяг». Приходите. В общем, идем мы сейчас все с игры. Нам очень понравилось. Если вы там просто проживаете в Брянской области или вообще проездом. Или в Брянске самом. Да. Советую посетить пинбольный клуб «Легион». Очень интересно. Находится в центре практически, вот около кургана. Буквально 200 метров. Да, хорошее очень местоположение. Я всем советую, мне понравилось. Ознакомиться со всеми ценами и так далее вы сможете в описании. Да, ну там будет ссылочка на сайт, а уже на сайте вы ознакомитесь с ценами. И вообще там еще есть другие площадки. Может, кому-то будет удобнее в местоположении. Всем пока. Покедово. Пока всем.